недостаточно, а значит, самое время отправляться в горы. Чтобы восхождение было приятным, нужно идти с проверенными людьми. По крайней мере, так советует автор одной очень знаменитой песни. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы чини, не бросай одного его. Пусть он в связке с одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, идут, про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как бой, на вершине стоял дневной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.